тут можешь выбрать авик ТХ. Тычки. Дальше. USP Inesis. FLS. Я открыл! 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 Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и я не один, со мной одна прекрасная бомжетка! Поздоровайся! С вами Анетка, и не бомжетка, а барыш! Ты бомжетка вонючая! Ну что, уважаемые подписчики, что я могу вам сказать? Прямо сегодня будет полнейший разнос, потому что я открою Nameless кейсики! Ладно, Nameless. Помимо Nameless я еще открою компетитив кейсики, Legend Seeker паки, Origin кейсики, Rival кейсики, Winterfun кейсики. Сегодня будет полный разнос. А все знаете почему? Потому что мы в любимом симуляторе кейсиков. Ну это необычное видео. Все, что я выбиваю в симулятор кейсиков, я покупаю в реальном стендофе. И это все без кидалова. Также, уважаемые подписчики, кому не сложно, пожалуйста, прямо в эту секунду прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, мне будет очень приятно. Братуха, я понимаю, ты хочешь промик, брат, без проблем! Короче, смотри, на протяжении всего видео есть буковки, ты эти буковки соединяешь, вводишь промик и получаешь на халяву рекану, изи-бризи! Анетка уже один раз так вела промик, да, Анетка? Анетка, пару слов. Я надеюсь, что тебе повезет и будут выпадать одни арканы. Ой, спасибо, сладенькая ты моя. Ну что, Анетка, с чего начнем? Давай начнем с Rival кейсика. Ты готова? Я готова всегда. Давай, давай, смотри. Так, и нам выпадает, пожалуйста, рарочка моя маленькая. Рарочка, P350 ролей, иди к папе. Погнали покупать. И мы покупаем P350 ралли. Анетка, что лицо такое недовольное? Пока что изи каточка, господа. Короче, ребята, мы Анетку передвинули вправо. Знаете почему? Потому что я машина! Так, Анетка, давай. Просто на счет три кричим хэштег рарка. Готова? Да, готова. Раз, два, три. Рарка! 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 М4 Гран-Прикс, повезло, повезло. Опа-па, давай мы еще купим эту эмочку Гран-Прикс, Анетка. Вот это, конечно, да. Пока что экономненько, пока что экономненько. Ключевое слово, пока что. Ну пока что, Анетка, все дешевочка. Но когда мы дойдем до Nameless кейсика, вот тут-то будет полная попа. Ты знаешь, госточки Харма, не дороже, чем твоя жизнь, ты это понимаешь? Моя мечта, чтобы выпал самый дорогой скин, и ты его купил. Слышишь, а моя мечта, чтоб ты жила на улице, давай не наглей. А то сейчас, Анетка, поможем друг другу воплотить мечты в реальность. Так, ну шо, Анеточка, давай кейсик номер 3, как обычно. Хэштег что? Хэштег рарка. Поехали. Не-не-не, тут будет рарочка, по-любому будет рарочка. Ой-ой-ой. Пожалуйста, не сотрек, не сотрек, не сотрек. Да! Сюда, иди сюда к папе. И мы покупаем Desert Eagle. Ребят, ну я даже не расстроен. Наконец-то, ну, могу себе позволить. Тут такой везучий, а? Подошва-то перхотная. Кто подошва, кто подошва? Смотри, Анетка, если выпадает рарка, если сейчас выпадает рарка, все в комментариях пишут: Анетка, бомжетка, влажная салфетка, в попе табуретка. Поехали. А сейчас будет рарка. Конечно. Смотри, сейчас будет рарка, смотри. Ну ладно, ладно, ладно. Нечестно, у тебя одни эпики рарки, у тебя ты опять сотрудничаешь с разработчиками, да? Опять да. Попросил под... Да, вот. Я гей. Ой, ой, ты не про это спрашивал? Ой, да, забудь. Так, ребят, у нас опять эта долбанная эпичка Гран-Прикс, не голды. Я рад, я плачу от счастья, потому пока что все идет очень гладко. Ну что, сладенькая ты моя, ты готова дальше открывать travel кейсики? Да. Тебе выпадет, ну, знаешь, судя с твоей везучестью, тебе выпадет рарка, но мне бы хотелось аркану. Любимая рарочка, иди к папе, любимая рарочка. Эпик. Не хочу, чтобы тебя... Ого, этот эпик стоит 8 голды. Не, ну это нормально вообще, как ты считаешь? Да у тебя все по 8 голды стоит, все. Сюда иди. А ты хочешь немножко трешничка? Немножко. Ну да, хочу. Давай Origin кейсик бахнем. Давай, давай. Готово? Origin кейсик открываю, погнали, братва. Давай, давай, рарка, рарка, рарка. Да где ты, блин? Статрек! Ты знаешь, сколько он стоит? Знаю. 400 голды? А шо, дешево? Сколько? 1000 голды? Это как нож! Я должен купить? Нет!
Я покупаю. Как же это дорого. Фу, блин, Анелька, фу, фу, фу. Я в шоке. Идемте дальше. Открываем Winter Fun кейсики. О, тут уже могут выпустить и перчатки, и арканы, и все что угодно. Анетка, это трэш. Анетка, скажи просто одно слово. Пеппа. Кто Пеппа? Если выпадает аркана, ты раздеваешься наголо. Договорились? Если выпадает рарка, ты тоже. Договорились. 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 Ой, а прикинь, что будет аркана. О, легендарка, это почти аркана. Анетка, надо раздеваться. Не-не-не. Легендарочка за 40 голды. Что же может быть лучше? Белиссимо. Иди к папе. Ну что, поехали дальше, поехали дальше. Откроем еще один Winter Fun. Блин, когда нам уже будут арканы? Не, я типа не хочу, но когда они просто выпадут? Ну, 5-7 Royal Frost, ну это такое дешевочка. Пеппа, покупай. Кто Пеппа? Хэштег Кент не Пеппа. Кент не Пеппа, но я куплю. Тебе просто везет. Просто везет. Давай еще заплачем, макодявка. Погнали, мужики. Мужики. Всегда изначально тебе так везет, а потом тебе выпадет аркана. Вот просто запомни мои слова. Сплю, нечисть. Ну слушай, 18 голды, я могу себе позволить, покупаем. Ребята, как же пока что все идет лайтово. Я боюсь больше всего, это Nameless Case, там будет полная попа, там любой расклад очень дорогой. Твою кричи хэштег рарка и погромче. Честно, хотя бы эпик, потому что эпик очень дорогой. Да что эпик? Слышь! Подожди, ты за кого болеешь, я не понял, перхай. Минимум эпик жду, вот они очень дорогие и леги очень дорогие. Ты нормально там или как, ты уж я миллионер или ты уж я голдой какаю. Так, ребята, хэштег лажа. Давай, рарочка, 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 рарочка. Хотя бы раз в жизни открываешь нормальный стик. Нет! Он очень дорогой. Ты знаешь, как стоит, как твоя жизнь. Знаю. Что? Как дорого? 4500? Я нищий. Я тупо нищий. Я копил. Я до радуйски, тут так везет. Так, ребята, все, давайте, погнали. Открываем, открываем, открываем. Тут сейчас по-любому будет лажа. Смотри, компетитив кейсик. Тут, ну, по-любому сейчас выпадет какая-то какаха. Ой, я думал, что выпадет легендарка, фух. Надёжь оставит. Ой-ой-ой, это уже стоит 23 голды. Ну ладно, куплю, так уж и быть, ребята. Конечно, больно покупать тратить такие большие суммы, но я куплю, я куплю. Компетитив кейсик еще один открываем. Сюда, сюда, падаль. Давай, давай. Вау! Опять этот 5-7 Кама Шторм. Фу на этот скин. О, вон этот попал. Скажи заклинание. А, Пеппа! Слышь, сама ты Пеппа, Пеппа у тебя в трусах! Так, надеюсь, заклинание не сработает. Фух, не сработало. Анетка, не знаешь шу. Мы опять покупаем этот скин. Ну сколько можно? Опять 25. Опа! Залетаем, залетай сюда. Залетай, залетай. Поехали! Главное, чтобы ты был готов. Пожалуйста, пожалуйста, лишь бы не аркан, не аркан, не аркан, а! Эпик! Ну. Хотя бы так, хотя бы так, хотя бы так, фух. И он стоит 61 голдишку, это тех 9. Если честно, пацаны, я думал подороже, могу себе позволить. Изи, 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 купили, купили. Ребята, я вас прошу только одно, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это самое другое видео в истории моего канала, я открываю. Nameless Кейсик. Ты готова, малышка? Ты готова? Ты понимаешь, что тут может выпасть АВТХ? Тычки. Дальше, USP, Genesis, FFLester, G2Zerilic. Пожалуйста, лишь бы что-то дешевое. Я умоляю, я нищий, прошу. Подожди, а что самое дорогое? Тычки Harmony. Тычки Harmony, пожалуйста, если выпадут. Ты готова, малыш? Да! Я не слышу, готова! Я открыл! 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 Нет! Minutes later. Анетка, я бомж, я бомж, я тупо нищий, чуть разорили. Нет, 18500, как дорого. И прям сейчас просто в моменте теряю 18
500 голды! Как же это дорого! Ну, зато у тебя его не было, а теперь будет. Это тоже большой плюс, кстати. Ну что, уважаемые подписчики, с вами нищий КентПК и наглядная катапуретка попи салфетка бомжетка вонючая. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И на мой телеграмчик подпишитесь, и на мой инстаграмчик. Всем пока!